Всем привет, друзья! Меня зовут Николай Мамедов, и сейчас я покажу вам, как я зарабатываю в интернете. Если есть желание зарабатывать, то смотрите видео, повторяйте за мной, и у вас все так же получится. Так, зарабатываю на сервисе Business for Everyone. Переходим на данный сайт. Вот он, сам сайт. И нажимаем на кнопочку «Старт». Вот, теперь у нас тут вылезла аутентификация. Нам нужно войти, используя любую соцсеть. Я использую Яндекс. Ну, вы в которой сети авторизованы через свой браузер, который работает, то и нажимаете. Нажимаю раз. И нас автоматически перекинуло в личный кабинет. Все, здесь нам сразу дали в подарок 3 чека. Вот они у нас. Мы их копируем таким образом. И вставляем в данное поле. Нажимаем Ctrl-V и нажимаем Enter. Все, видите, вот у нас, смотрите, опа, Business чек на сумму 900 рублей успешно активирован. Все, вот у нас 900 рублей. Так, давайте второй чек теперь. Опять Ctrl-C и сюда его вставляем, Ctrl-V. Нажимаем Enter и так, 680 рублей. Видите, 1580 рублей уже вместе. И последний подарочный бузинес чек. Копируем его и вставляем. Нажимаем Enter. Так. Все, 730 рублей. Все, успешно активировано. Видите, у нас баланс 2310 рублей. Но опять-таки это подарочные они у нас. И, соответственно, как всегда, обычно мы их вывести не можем, потому что минимальная сумма вывода 3000 рублей. Нам нужно докупить эти бузинес чеки. Вот видите их, сколько что стоит. Я покупаю 10 бузинес чеков обычно. Ну, вроде и скидка неплохая, и цена меня устраивает. Выбираю банковской карты, я уже платил, поэтому нажимаю заплатить. Так, все, здесь теперь ввожу карту. После заполнения данных нажимаю «Оплатить». Так, сейчас придет СМС. И нажимаю «Отправить». Так вот, нас перебросило уже в магазин, где мы купили 10 чеков. Вот наши чеки, вот видите, 10 штук. И мы их сейчас все будем активировать. Копируем. И теперь мы вставляем сюда. Нажимаем Enter. Так. 670 рублей активировано. Так, и так далее, все 10 штук. Так, поехали. Копируем. И вставляем. Так, ага, вот видите, не может быть, неправильно ввел его. Скопировал не полностью. Ctrl-C. И вставляю. Нажимаю Enter. Так. 800 рублей. То есть, если наугад можете не пробовать эти, лучше, а то вас заблокируют, если будете методом тыка подставлять эти чеки. То вас заблокируют, скорее всего. Поэтому рекомендую лучше брать, а не пытать удачу. Так. Копируем. Вставляем. Вот 470 рублей. Дальше. Копируем. Вставляем. Enter. Вот что-то ты... О, 1240. Прямо сразу как-то выскочил, даже не заметил. Так, далее. Копируем. Вставляем. Нажимаем Enter. Вот.
6890 рублей уже. Ну и последние 4 чека. Копируем. Вставляем. Нажимаем Enter. Так, 520 рублей. Копируем. Вставляем. Нажимаем Enter. Так, 1070. Видите, как хорошо. И последние 2 чека. Копирую. Вставляю. Нажимаю Enter. Так, вот видите, уже 9310 рублей. И поехали. Последний чек. Копируем. Вставляем. Нажимаем Enter. Так, вот видите, все, 10340 рублей мне все, все чеки я вывел. Нажимаю теперь финансы и ввожу сумму 10340 рублей, номер карты. Выводить можно только пока на карты. Ну, не знаю, может сделать больше, но мне удобно на карту выводить. Даю согласие, галочку ставим, что карта введена верно, поэтому карту номер проверяйте и нажимаю вывод. Все, выплата в размере 10340 рублей успешно отправлена. Так, ну все, сейчас я поставлю на паузу, поскольку как только деньги придут, я опять продолжу снимать, потому что деньги приходят не сразу, обычно до 5 рабочих дней, как они пишут. Ну, обычно приходит, как по мне, ну, то есть по своей статистике, обычно часа 2-3 деньги уже поступают на карту. Поэтому ставлю пока на паузу. Как только деньги придут, покажу, что они пришли. Друзья, вот деньги пришли. Вот буквально полтора часа прошло. Вот в свой зашел банк, вот видите, 10340 рублей пришли. Приходят деньги без комиссии, никаких оплат не нужно дополнительных делать. Так, ну давайте обновлю страницу, чтобы вы видели, что ничто тут не рисую. Так, вот видите, я купил эти бузины с чеки. И вот мне уже пришло 10340 рублей. Ну, в принципе, думаю, все понятно. Будут какие-то вопросы, пишите мне на почту, и я отвечу, в принципе, как смогу. Итак, хотел бы еще, вот видите, я вот нажал несколько правильно, писал, что не входите в азарт, это самое главное, поскольку не покупайте больше 20 штук в день. Поскольку если вы будете брать больше 20 этих бузин из чеков, то они потом у вас будут уже там по 10, по 15 рублей. Вы потратите на покупку, допустим, сколько они там стоят. Сейчас давайте перейду, посмотрим, а то уж не помню. Ну, рекомендую брать 10-15, я вот такие беру обычно. Вот вы потратили 1395 рублей, да, на покупку, если вы уже второй или третий раз покупаете в день, то потом у вас эти чеки будут там по 10-15 рублей, и вы даже тысячи не разработаете. А если будете брать раз в день там по 10, либо два раза по 10, либо раз по 20, ну, не больше 20 штук, как я рекомендую, то у вас будут, в принципе, всегда они очень хорошие суммы. Так, думаю, с этим понятно. И я еще написал, что менять IP перед каждой покупкой. Как это делается? Если вы с телефона работаете, то просто включите и выключите режим полета. У вас динамический IP, IP он сразу же поменяется. Если вы работаете с компьютера, то просто также переходите в сети свои, ну, у меня, видите, через роутер, просто отключаю и включаю его. Все, и на этом, после подключения на динамический IP, он сменится, поэтому IP поменяется. Вот это тоже не забывайте делать. Ну, на этом, в принципе, все.